Новый двор за 20 дней. Именно за такой короткий срок общими усилиями жильцов и администрации Калининского района столицы удалось благоустроить территорию возле дома 7/1 по улице Ярмарочная. Новый асфальт, скамейки, тренажеры, горки, карусели и ограждения для газонов. Теперь гулять и заниматься спортом можно рядом с домом. Двор давно нуждался в кардинальных изменениях. Жители взяли инициативу в свои руки и подготовили проект благоустройства. А администрация района поддержала. Мы предложили им поучаствовать в программе «Инициативного бюджетирования» на собственные средства. Подготовили проект благоустройства дворовых территорий, который прошел экспертизу и был согласован Министерством строительства Чувашской Республики, и она была включена на 2019 год в программу инициативного бюджетирования по городу Чебоксары. Софинансирование жителей составило 15% от общей стоимости. Общая стоимость проекта составила 1 444 800 рублей, и 15% жителей, собственники жилья, оплатили за счет собственных средств. По программе инициативного бюджетирования можно ремонтировать не только дворовые территории, но и обустраивать парки, проводить уличное освещение и строить дороги в частном секторе. В Калининском районе сейчас рассматриваются еще 3 проекта благоустройства дворов. Их реализуют в следующем году.